Звезда содержанок может вот-вот лишиться статуса разведенной женщины. Так решили поклонники, когда увидели 39-летнюю Дарью Мороз в компании нового ухажера. Парочка не скрывала нежных чувств друг другу на премьере нового сезона, полюбившегося всем сериалам. А позже слухи подогрела и сама актриса. Избранником экс-супруги Константина Богомолова стал аккордеонист-виртуоз Петр Дранга. 38-летний музыкант не только сам пишет музыку, но и пробует себя на актерском и режиссерском поприще. Дранга неоднократно выступал на вечеринках у Ричарда Брэнсона и принца Монако. Судя по публикациям в соцсетях, Дранга сопровождает свою пассию на ее постановках. Сама она в личном блоге недавно похвалила его выступление, выложив видео с концерта. Пара обменялась эмодзи в виде сердечек в комментариях. А как вам эта пара? Пишите свои мысли в комментариях.